Сьогодні ми в черговий раз з нашим партнером КУН «Україна» приймаємо участь у битві титанів. Захід такого серйозного масштабу. Представлено дуже багато виробників, представлена техніка в роботі. Свого роду таке змагання між певними видами техніки, щоб в роботі показати нашим клієнтам всі переваги і технологічність цих агрегатів. Сьогодні ми представлені на стенді технікою КУН, технікою New Holland. Представлені зернові сівалки, Еспро, Пронто, ТРХ і трактор Т-7060. В роботі будемо показувати трактор ТД-5-110, це 110-сильний трактор, і куновський оприскувач «Атлантика». Всім клієнтам бажаю успішного бізнесу, гарного врожаю і ставати клієнтами компанії «Мінетех» і «КУН Україна». Дякую. Компания «КУН» в очередной раз участвует в битве титанов в этом году в качестве генерального спонсора этого мероприятия. Участвуем также совместно с нашим дистрибьютором компании «Минотех». Это один из наших самых эффективных и динамично развивающихся дистрибьюторов. Тут представлено очень много нашей техники и в статике, и в работе. Более 20 единиц техники. Некоторые образцы являются новыми для Украины, как агрегат для вертикальной обработки почвы, акселератор и 13-й корпусный плуг Challenger, сеялка 9-метровая премия, сеялка 6-метровая зерновая Espro, ну и многое другое. В этом году мы провели достаточно много мероприятий с компанией «Минетех». Все они прошли успешно. Уверены, что и в этот раз тоже наше совместное участие в этом мероприятии привлечет внимание наших клиентов, и результаты будут успешными.